Привет, привет, друзья. Сейчас я вам расскажу один такой интересный сервис, как SEO Sprint, и как на нем можно зарабатывать денежку. И причем довольно-таки неплохую денежку. Некоторые есть люди, кто в день вводит и по 1000, но я только начинающий, как видите, у меня рейтинг 3.8. Вот, короче, тут есть виды заработка. 4 вида заработка. Это серфинг сайтов, чтение писем, прохождение тестов, выполнение заданий. Чем ниже, тем дороже оплачивается. Серфинг сайтов — это самое простое. Там у меня уже было. Нажимаем сюда, здесь кнопочка посмотреть сайт рекламодателя. Нажимаем на эту кнопочку, переходим. Всем на привет! В этом видео я вам покажу, как обыграть новую. Ерунда всякая рекламируется. В общем, тут важно отметить, что идет счетчик, время назад отсчитывается. Оно должно до конца дойти, и там будет пример, как бы легко решаемый. Его решите, нажмете. Как бы решение само, и все, и вы заработаете ту сумму, которая здесь была прописана, 57 копеек, да? Сейчас у нас 91.63. Вот, кончается время. Вот, 2 плюс 4, 6, да? 6 нажимаем, все, 57 копеек зачислены на мой счет. Закрываем. 91.63, обновляем сайт. 91.63, подождите, еще пока не начислили. Сразу говорю, вот как бы эти задания, когда вы выполняете их подряд, каждое лучше не щелкать, потому что оплатится только одно, а вам оно надо, чтобы оплатилось только одно. Лучше, чтобы оплатились все, правильно? Так, вот, я обновлю еще раз, скажу, что заработал деньги. Пока не хочет, но они должны прийти в скором времени. Ну ладно. А вот чтение писем тоже довольно интересное задание, но они чуть побольше, как бы их дают денег. Вот читайте здесь подробности, вот ответ на вопрос, как можно получить методику, да. Так, бесплатно за подписку на рассылку за символическую плату. То есть, что тут делаем? Абсолютно бесплатно. Прямо сейчас. То есть, бесплатно. Вот, переходите на другую страничку с отчетом времени. Время закончится. А так, по деньгам у нас что? Вот, пришли наши деньги, 68 копеек стало. Ну, это серфинг сайтов, это самый простой вид заработка. Так, это у нас закончится. Вот. 5.032. 0.6 копеек зачислено на счет. Дальше. Прохождение тестов. Тесты я проходить не буду, потому что они очень муторные, но если хотите, вы проходите. И тут и оплачивается побольше, как бы, задание. Вот. Открываете, читаете. Вот. Надо перейти на сайт, переходите на сайт. Вот сайт написано. Надо перейти на сайт, нажимаете на «Чего начать?». «Чего начать?», да? Так, вот, ну, с «Чего начать?». Перед вами откроется пошаговая инструкция по теории касательно инвеста. Включаем внимательно инструкцию, отвечаем на все вопросы. Вот. Сколько шагов в инструкции? Шаг 1, шаг 2, да? Вот. Сколько шагов в инструкции? Шаг 2.
Шаг 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, 8 шагов. Вот. Делайте. Нажимать кнопку 8 и переходим. Можно ли попробовать автопрофиты? Ну, ага. И с ними реальными деньгами. То есть, где мы счете, да? Где это у нас? Это у нас. Где мы счет, да? Так. Есть такой информации не знаю. Можно так вот на еще такой бонус сколько там было 30% насколько я помню на самом начале это было так где это у нас где это у нас. Вот, приветственный бонус 30% года. 30% отразит счет. Тест выполнен. Деньги зачислены на ваш счет. Так, сейчас я закрою вкладочку. Надо закрыть. Вот. Нажимаем сюда. Ну, обновляется сайт. Вот, как вы видите, 8-10 пикселей. А тут можно задание выполнять по параметрам. Многоразовые, избранные. Вот. Есть. Можно добавлять избранные. У меня я недавно начал, вот, добавил избранные, как бы многоразовые задания. Так, вот. А, по категориям. По категориям очень много разных заданий есть. Можно поиграть даже в игры и заработать при этом денежку. Вот. Быстрая оплата. Смотрите на звездочки. Если чем больше звездочек, тем лучше как бы оплачивается. То есть вас точно не обманут. Вам точно оплатят деньги. Так. Вот. Нажимаете, читаете, легко быстрое задание для вас. Ага. Переходим на сайт. Находим баннер, регистрируемся. И проходим игру до 100 уровня. Потом. У меня примерно 10 минут. Ага. Так, достижение того уровня. Скрин. Все. Нажимаете начать задание. Задание выполняете. Там будет. Ну вот я нажму. Тут вот отчет. Вот это время. Куда вы пройдете, сделаете, при выполнении задания. 6 уровень. Покажете скрин. Вот. И отправить счет нажмете. Все, деньги поступят на ваш счет в размере 3 рублей. Я отказываюсь. Мне сейчас я не буду помнить задание. Вот. Интересно, есть довольно таки интересное задание. Например, отзыв. Я писал отзыв и получил 40 рублей. Вот. Могу даже показать. Так. Оплаченные. Вот, 40 рублей я заработал недавно за отзыв. Вот такой интересный как бы сервис по заработку в интернете. Не стесняйтесь, заходите, регистрируйтесь. Как зарегистрироваться? Это очень легко. Просто вам нужна электронная почта. Вот, электронная почта, заходим на почту, на любую. Я на email, на email зарегистрирован. Вот, регистрация нового ящика, допустим, регистрируйте новый ящик, делайте регистрироваться, и все, у вас будет почта. Там, прописывайте, что, как бы, данные. У вас будет почта, как вот, допустим, у меня, да, у меня сейчас писем нет. Я уже, то, что не нужно, я удалю. Вот. И дела. Ну и все на этом. Как бы кому понравилось видео, ставим лайки.
жду комментариев интересных. Кому понравилось это видео, кому захотелось заработать немного или даже много, как бы здесь можно и прилично, в принципе, зарабатывать. Проходите по моей ссылке и зарабатывайте. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Привет-привет, друзья. Сейчас я вам расскажу один такой интересный сервис, как SEO Sprint, и как на нем можно зарабатывать денежку. И причем довольно-таки неплохую денежку. Некоторые есть люди, кто в день вводит и по 1000, но я только начинающий, как видите, у меня рейтинг 3.8. Вот, короче, тут есть виды заработка. 4 вида заработка. Это серфинг сайтов, чтение писем, прохождение тестов, выполнение заданий. Чем ниже, тем дороже оплачивается. Серфинг сайтов — это самое простое. Там у меня уже было. Нажимаем сюда, здесь кнопочка «Посмотреть сайт рекламодателя». Нажимаем на эту кнопочку, переходим. Всем на привет! В этом видео я вам покажу, как обыграть новую. Ерунда всякая рекламируется. В общем, тут важно отметить, что идет счетчик, время назад отсчитывается. Оно должно до конца дойти, и там будет пример, как бы легко решаемый. Его решите, нажмете как бы решение само, и все, и вы заработаете ту сумму, которая здесь была прописана, 57 копеек, да? Сейчас у нас 91.63. Вот, кончается время. Вот, 2 плюс 4, 6, да? 6 нажимаем. Все, 57 копеек зачислены на мой счет. Закрываем. 91.63, обновляем сайт. 91.63, подождите, еще пока не начислили. Сразу говорю, вот как бы эти задания, когда вы выполняете их подряд, каждое лучше не щелкать, потому что оплатится только одно, а вам оно надо, чтобы оплатилось только одно, лучше чтобы оплатились все, правильно? Так, вот, я обновлю еще раз, скажу, что заработал деньги. Еще раз. Пока не хочет. Но они должны прийти в скором времени. Ну ладно. А вот чтение писем тоже довольно интересное задание. Но они чуть побольше, как бы их дают денег. Вот, читайте здесь подробности. Вот ответ на вопрос, как можно получить методику, да? Кстати, так, бесплатно за подписку на рассылку за символическую плату. То есть, что тут делать? Абсолютно бесплатно, прямо сейчас. То есть, бесплатно. Вот, переходите на другую страничку с отчетом времени. Время закончится. А, так, по деньгам у нас что? Вот, пришли наши деньги, 68 копеек стало. Ну, это серфинг сайтов, это самый простой вид заработка. Так, это у нас закончится. 5.032. 0.6 копеек зачислено на счет. Дальше. Прохождение тестов. Тесты я проходить не буду, потому что они очень муторные, но если хотите, вы проходите. Тут и оплачивается побольше, как бы, задание. Вот. Открываете, читаете. Вот. Надо перейти на сайт, переходите на сайт. Вот сайт написано. Надо перейти на сайт, нажимаете на «Чего начать?». «Чего начать?», да? Так, вот, ну, «С чего начать?». Нажимаете.
Да. Перед вами откроется пошаговая инструкция о противоречии касательно веса. Ага. Включаем внимательно инструкцию, отвечаем на все вопросы. Вот. Сколько шагов в инструкции? Шаг 1, шаг 2, да? Вот. Сколько шагов в инструкции? Шаг 2. Шаг 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, 8 шагов. Вот. Делайте. Нажимать кнопку 8 и переходим. Можно ли попробовать автопрофит? Ну, ага. И с ними реальными деньгами. То есть, где мы еще, да? Где это у нас? Где это у нас? Где на счет, да? Так. То есть. Такой информации не знаю. Можно. Так, вот на счет такой бонус минут. Сколько там было? 30%, насколько я понимаю. На самом начале это было. Так. Где это у нас? Где это у нас? Вот. Приветственный бонус 30% года. 30% отразит счет. Тест выполнен. Деньги зачислены на ваш счет. Так, сейчас я закрою вкладочку. Надо закрыть. Вот. Нажимаем сюда. Ну, обновляется сайт. Вот, как вы видите, 8200 пикселей. А тут можно задания выполнять по параметрам. Только многоразовые, избранные. Вот. Здесь можно добавлять избранные. У меня, я недавно начал, вот, добавил избранные, как бы, многоразовые задания. Так, вот. А, по категориям. По категориям очень много разных заданий. Можно поиграть даже в игры и заработать при этом денежку. Вот. Быстрая оплата. А, смотрите на звездочки. Если чем больше звездочек, тем лучше как бы оплачивается. То есть вас точно не обманут. Вам точно оплатят деньги. Так. Вот. Нажимаете, читаете, легко быстрое задание для вас. Ага. Переходим на сайт, находим баннер, регистрируемся и проходим игру до 100 уровня. Потом у меня примерно 10 минут. Ага. Так, достижение 100 уровня. Скрин. Все. Нажимаете начать задание. Задание выполняете. Там будет. Ну вот я нажму. Тут вот. Отчет, вот это время, куда вы пройдете, сделаете, при выполнении задания 6 уровень, покажете скрин, вот, и отправить отчет нажмете. Все, деньги поступят на ваш счет в размере 3 рублей. Я отказываюсь, мне сейчас я не буду выполнять задание. Вот. Интересно, есть довольно таки интересное задание. Например, отзыв. Я писал отзыв и получил 40 рублей. Вот. Могу даже показать. Так. Оплаченные. Вот. 40 рублей я заработал недавно за отзыв. Вот такой интересный, как бы, сервис по заработку в интернете. Не стесняйтесь, заходите, регистрируйтесь. Как зарегистрироваться? Это очень легко. Просто вам нужна электронная почта. Вот, электронная почта. Заходим на почту, на любую. Я на email, на email зарегистрирован. Вот. Регистрация нового ящика, допустим. Регистрируйте новый ящик.
делаете регистрироваться, и все, у вас будет почта. Там прописываете, что как бы данные. У вас будет почта, как вот, допустим, у меня, да, у меня сейчас писем нет. Я уже то, что не нужно, я удалю. Вот. И дела. Ну и все на этом. Как бы кому понравилось видео, ставим лайки. Жду комментариев интересных. Кому понравилось это видео, кому захотелось заработать немного или даже много, как бы здесь можно и прилично, в принципе, зарабатывать. Проходите по моей ссылке и зарабатывайте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.